Здравствуйте, друзья! Сегодня мы пишем пейзаж нежный, зеленый-зеленый. Я думаю, он не покажется сложным никому. Хотя так хорош. Итак, очень зеленый пейзаж. Возьмем тройник, возьмем изумрудную, возьмем желтую и, в общем-то, скроем все этой зеленью. Сильно не разжижаем. Розовая, голубая. Теневые, набираю теневые. Вот так, разрезая подкладку, занес идею воды и идею отражение. Макательно, чиркательно набираю эту зелень. Стволы, сохры, сохры. В тени эти стволы синят и сиреневят. Беру розовый, синий, ну или даже голубой, и делаю мощную тень на левую часть ствола. Отдельные листочки на переднем плане. Их можно прямо вот таким мастихиновым маканием создать. Ты уже все, да? Да. Жалко. Я думала только ствол. Да, ну ладно. Комковатые листья. Я специально не зашел далеко, чтобы теперь уже, оглядываясь на стволы заднего плана, уложить кудрявые листья переднего чернющего куста. Thank you.
При том, что в основном это как бы эффект макания, но все-таки желательно, чтобы это макание было с легким протянутым эффектом, чтобы выглядело скорее мазком, чем просто тычком макания. Чуть-чуть. Выстраиваем это в мазок. Не знаю, я прям погулял в этой атмосфере. Прям подышал воздухом. Субтропиками. Вот чего и вам желаю. Картинка для этого располагает. Вот такая очень зеленая картинка. Пишите.